если прокатать безошибочно и дождаться ошибок конкурентов, зацепиться за медали европейского первенства. Ну а задача минимум для наших спортсменов – это занять 6-е и 7-е места, чтобы сохранить 3 места на следующий сезон. Первый четверной тулуп мы увидели в сегодняшней произвольной программе. Очень приятно, что его исполнителем стал российский фигурист. Ох, что Ковтун творит! 4-3 чисто! Все бы хорошо, блестящее выступление Максима Ковтуна, но похоже, что...